Всем привет, друзья! Это канал Мусалим. В работе у нас Volkswagen Tiguan. Автомобиль приехал, у нас жидкие подкрылки. Задняя арка у нас уже готова. Нанесли мы такой сплошной ковер на арку. Наносим мы его с пульверизатора. Также данный компонент служит как защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока немного все подсохнет. Ну а пока ждем, мы предложили владельцу проклеить усиленным таким вот материалом штатной подкрылки, толщина его 7 мм. Владелец согласился, но цена на 3000 рублей увеличивается. Ну, вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Видите, с правой стороны от меня обработан, такой глухой звук, слева голый. То есть ощущаете, какая разница. В принципе, так работает данный полимер на арках автомобиля. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!